Всем привет-привет! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Сегодня мы приехали в Мелиос Зу. В зоопарк Мелиос. Это рядом с Никосией, второй зоопарк. Да, мы уже снимали видео в зоопарке в Пафосе, самом крупном зоопарке Кипра. И сейчас это мы приехали... Больше? Но сейчас проверим. Мелиос Зу. Зоопарк Мелиос. Вот это цены на вход в зоопарк. 3 евро для взрослого, 2 евро для ребенка до 12 Очень лет. Дешево. И по евро салат. Такая вот пачка. Ослы разве едят салат, Арин? Давай попробуем. Смотри, страус, наверное, едят. Нет, Арина, страусов мы еще не кормили. Страусов мы еще не кормили на Кипре. Ну, следующий кто? Под мою руку хочет сам. Ой. Какие не могут забор. Мы их немножко боимся. О, мама страуса, наверное. Там... Ой, это больно. Все площадки. Здесь очень классные. Давай покажем хотя бы издалека площадку. Давай. Вот, смотрите, какие классные площадки, но они все закрыты из-за того, что ограничения из-за коронавируса. Ариночка, мы придем сюда, покатаемся на этих качельках, когда откроют. Хорошо, пойдем. Кто там? Белочки. Белочки, не все убежали. Это разве белочки? Нет, это какие-то похожие на белочек. Это пеликаны, Арина. Ой, какой красивый. И утки. Ой, какие они смешные, у них длинные. На меня напали. Красота. Утки едят салат. Я вообще не знала, что утки едят салат. Причем с таким удовольствием. Она тоже ест. Вообще такое ощущение, что у них не хватает крыльев. Какие-то маленькие петушки. Шны какие. Понял. А что они такие взъерошенные? Арина решила покормить вообще всех птиц в этом парке. Кафе здесь есть. Голуби. Девочки самые красивые павлины. Нет, мальчики. У мальчиков павлинов такие красивые хвосты. Вот мальчик павлин. Видишь какой? Только он его не распушил пока хвост. Прямо огромный птичий парк. Интересно, кроме птиц здесь еще кто-то есть? Это что, белые павлины? Это очень большая редкость. Ой, какой красавец. Царская птица. Ого! Нет. Мне очень нравятся вот те. Арина, Арина, be careful. Это лемурчик? Арина нашла лемурчика. Наберет? Ладно, подожди, доешь этот листик. Они не едят почему-то мой листик. Смотри, он как хорошо с аппетитом кушает. Гору. Кенгурушки? Да.
Ну подойди поближе, ты жалко, он сейчас туда перепрыгнет. Ой, фу, мне их жалко, у них хрюшки под носом. Хрюшка, как Андрюшка. Нет, ну вот эта хрюшка просто очаровательная. Ой. Идите, какой сладкий, какой. Хрюк. Ну, маленькие поросятки. Вон. Смотрите, какие хорошенькие. Ой. Ой, снова. Прелесть. Такое умиление. Рудольф Тойя Лафаки. Рудольф Тойя Лафаки. На микроволновке. Понять это ужасно просто. Я не буду вас кормить. Так, большие брызги. Арина перекормила, по-моему, уже весь зоопарк. Мы заходим в вольер с попугаями. Их кормить нельзя. Вау! Арина, как круто! А может, сюда нельзя входить? Можно. Уверена? Ну, открыто же было. Ай, Аринка, смотри. Они... Как? Ну попробуй достань. В ручки так держи листик салата. Какие они красивые. Ой, сколько их много! Я ставлю. Попали в мир попугаев. Я пускаю. Вот кормушка для попугаев. С разными семечками. Нет, попугаи не ручные, не даются. Из рук не едят. У них такие кормушки. Мы начали со страусов, и на страусах мы заканчиваем нашу прогулку по зоопарку Мелиос, да, Мелиосу. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока!